Кургане пропал человек. Жилин Андрей Владимирович, 1975 года рождения, 10 апреля уехал на автомобиле Иша вишнево-бордового цвета, предположительно в район поселка Берды, и до сих пор о нем ничего не известно. Был одет в черный джемпер, белую футболку с изображением девушки, черные джинсы, белые с черными полосками кроссовки. Приметы: глаза карие, рост около 170 сантиметров, шрамы на обеих ногах под голенью. Всех, кто располагает хоть какой-то информацией о местонахождении Жилина Андрея Владимировича или видел его автомобиль ИШ госномер Р819СВ, просьба сообщить по телефонам, указанным на экране.